проснулась и чуть с ума не сошла. Настроение вообще ужасное. Я просто вообще себе места не нахожу. Как можно не ожидали, было в 21 веке развязать вот эту вот войну в Европе? Я все-таки до последнего думала, что так называемый президент наш немножко одумается. Люди в перевернутой реальности вообще живут. Вот те, которые смотрят телевизор, это просто вообще вот небо и земля. Они совершенно не представляют, что на самом деле происходит. За неделю сейчас управимся, у нас такое оружие, и все с таким настроением приходят. Ну, война началась, как будто какая-то радость случилась. Я вообще поражаюсь людям, которые пережили Великую Отечественную войну, и вот так вот радоваться чему-то, я вообще просто не понимаю, какой кровожадности. Давно пора привести в порядок машину. Считаете, что нужно? Да. Не страшно? Нет. Каждое отложение – это им пора. Не страшно? Очень страшно. Преступление. Почему? Потому что гибнут мирные жители. Войны не будет. Так она идет, сегодня началась. Знаете, не верю я в это. Я не комментирую политические ситуации. Очень положительно. Что? Президенту и то и мы. Что президенту и вы думаете? Не поддерживаете пикет антивоенный? Нет. Ничего хорошего. Почему? Потому что там родственники живут. Боитесь замуж, да? Ну, конечно, боюсь.